Вес – это не про эстетику, а про состояние вашего здоровья. И чем больше вес, тем выше риск заполучить больной позвоночник, поражение почек и даже инсульт. Но что делать, если борешься с лишним весом, сидишь на диетах, занимаешься спортом, а он никуда не уходит? С вами доктор Длин, давайте разбираться. Метаболизм – самый недооцененный участник похудения. Большинство тренеров, к которым люди обращаются за помощью в похудении, говорят об упражнениях, о дефиците калорий, в то время как любой хороший врач скажет, что все начинается с метаболизма. Метаболизм – это не только про то, как наше тело перерабатывает энергию, полученную от еды. Это в целом обо всех процессах, которые в нем протекают. С годами, либо при некоторых заболеваниях, наш метаболизм замедляется. Именно поэтому, чем мы старше, тем сложнее поддерживать форму. Но это не значит, что это невозможно. И сегодня я дам вам несколько неочевидных советов, которые помогут вам держать себя в форме. Все только с медицинской точки зрения. Никаких советов про фитнес и калории. Пойдем от самых простых советов к менее очевидным. Так что досматривайте видео до конца. А в комментариях можете поделиться, что же помогает поддерживать себя в форме лично вам. Итак, говоря о метаболизме и вопросах поддержания формы, я бы сосредоточился на трех элементах. На том, как и что вы едите, на том, что и как вы пьете, и том, как вы спите. Начнем с жидкостей. Пить воду сейчас советуют все и повсюду, и они в этом бесконечно правы. Вода улучшает и ускоряет метаболизм, поэтому в день лучше пить хотя бы 1 литр воды. Воду нужно пить постепенно в течение дня. Например, как мы поливаем цветы. Не сразу выливаем всю лейку, а поливаем понемногу. Ну и, конечно, нужно пить воду не менее чем за полчаса до приема пищи. Так вы улучшите работу пищеварительного тракта и не уменьшите кислотность в желудке. Во-вторых, нужно исключить алкоголь. Он обезвоживает наше тело, угнетает нервную систему и затормаживает метаболизм. К тому же наше тело воспринимает алкоголь как токсическое соединение, а поэтому печень бросает все силы на нейтрализацию его присутствия, как и наша выделительная система. И из-за этого замедляется выработка гликогена, нарушается выработка ферментов, ухудшаются циркуляции жидкости. Некоторые алкогольные напитки содержат много калорий, что вкупе со всем ранее перечисленным тоже совсем не помогает поддержанию формы. Из-за алкоголя часто возникают отеки, которые тоже не способствуют эстетике и здоровью. Но если вы не пьете, а отеки все равно есть, то, возможно, я знаю причину. Отеки возникают в том числе из-за неправильной осанки и проблем со спиной. Самостоятельно выявить их невозможно, поэтому необходимо обратиться к специалисту. И я вас приглашаю на бесплатную консультацию в нашей клинике, где мы обследуем вашу опорно-двигательную систему и назначим необходимое лечение, которое вернет вам здоровую спину и лицо без отеков. А ссылку я оставлю в описании. Переходим ко сну. Здоровый сон – это ключ к потрясающей физической форме. Именно во время сна организм восстанавливается, регулируются уровни гормонов, в том числе инсулина и кортизола, которые напрямую влияют на метаболизм. К тому же гормональный сбой из-за постоянных недосыпов приводит к увеличению голода и снижению чувства насыщения. Именно поэтому спать нужно не менее 7 часов в сутки. В норме человеку нужно спать вообще от 7 до 10 часов для поддержания работы организма. Кроме того, когда мы мало спим, наш организм недополучает энергии и начинает ее искать в еде. Отсюда и переедание, и злоупотребление жирной едой. Теперь поговорим о еде. Во-первых, запреты ничуть не помогают. Запреты, наоборот, возбуждают нашу нервную систему, и мы просто не можем думать ни о чем, кроме продукта, который себе запретили. Это не помогает его игнорировать и рано или поздно приводит к срывам. К тому же нет такой еды, которая при разумном потреблении причинила бы вред вашему здоровью. Поэтому есть рекомендую медленно, не отвлекаясь на телевизоры и гаджеты. Потому что во время просмотра телевизоров и гаджетов вы не замечаете, сколько съели. Есть продукты, которые помогают ускорить метаболизм. Предпочтение можно отдать из рыбы: горбуши, тунцу, форели и карпам. Цитрусы, особенно грейпфруты, ускоряют обмен веществ и способствуют жиросжиганию. Из горячих напитков лучше всего пить зеленый чай. А травяные чаи, особенно с добавлением имбиря, снижают аппетит, так что их можно употреблять в пищу смело.
Но есть еще один пункт, о котором я не сказал. Напишите в комментариях, как вы думаете, что это? С вами был я, доктор Длин, и до новых встреч!